Привет, друзья! FPV дроны OVAT-S с самого наведения поступили в войска России. Около 4000 за сентябрь. Несмотря на скепсис многих зрителей, производство дронов налажено. Публикуем кадры с производства и интервью разработчиков. На видео вы можете увидеть, как работает система самонаведения «Площадь». Дрон также снабжен новым дешевым снарядом для дронов. Ранее мы о нем рассказывали. Ссылка на видео в комментариях к ролику. Системой самонаведения используется техническое зрение и нейросетевое для распознавания дроном объектов. Система наведения позволяет атаковать любые цели, точность ее применения около 90%. Когда оператор видит цель, он нажимает кнопку, и дрон летит на цель, даже при воздействии РЭП. У дрона OVAT-S есть функция удаленного подрыва и самоликвидации, а также многоступенчатая система защиты при снаряжении боевой части. Дрон OVAT существует в разных модификациях. Масса боевой нагрузки дрона около 3,5 кг. Дальность полета около 8 км на скорости 150-180 км в час. Время полета 8-10 минут. Цена дрона OVAT от 40 до 69 тысяч рублей. Здесь представлено беспилотное воздушное судно OVAT-S, где S – площадь. Устройство выполняет задачи при радиоэлектронном подавлении вблизи цели или при нарушении радиовидимости. Устройство оснащено одноплатным компьютером, который позволяет проводить вычисления на борту, как раз с использованием машинного зрения и алгоритмического подхода к захвату цели. Все это инсталируется таким образом. Необходимые коннекторы соединяются, значит, и устанавливается боевая часть и отправляется в сторону противника. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.